В дежурную часть отдела полиции Центрального района с сообщением о грабеже обратился водитель скорой помощи. Мужчина пояснил полицейским, что, прибыв на очередной вызов, припарковал транспорт возле одного из домов и ожидал возвращения бригады врачей. В это время двое неизвестных мужчин с чулками на голове забрались в автомобиль, похитили чемодан с медпринадлежностями, после чего скрылись. Сумма ущерба составила более 13 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали недалеко от места происшествия двоих мужчин, 29-летних приезжих из Московской области. Задержанные пояснили, что, не обнаружив в чемодане медикаментов и спирта, выбросили похищенный родовой набор, когда скрывались с места происшествия. Установлено, что мужчины находились в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В настоящее время они взяты под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.